Hi, mitt navn er Arve, и я ваш учитель норвежского языка. Вы уже несколько раз задавали такой вопрос, могу ли я объяснить значение и происхождение моего имени Арве? Могу. Арве имеет свои корни или считается как короткой формой другого современного норвежского имени Арвид. Арвид считается современной формой староскандинавского имени Арнвид. Арнвид имеет две части. Первая похожа на современное норвежское слово «эрн», значит «орел». Вторая часть — это «вид», а «вид» можно перевести как «дерево». Поэтому что-то связано с природой. «Эрн», «тре» или «орел», «дерево». А как вас зовут? Вы знаете значение своего имени? Пишите в комментариях, и вы тоже имеете староскандинавское имя. Это все на сегодня. Желаю вам удачи и, как всегда, ха добра!